объясни мне, Сварта-Альфхейм означает «страна темных эльфов», да? Да. Но ты сказал, что темные эльфы уже давно в Альфхейме. И разве гномы не из Сварта-Альфхейма? Они не похожи на темных эльфов. Ты так думаешь? Значит, ты намного наблюдательнее асов. Это они не видят между ними разницы, и именно они придумали это название. Сами гномы называют свой мир Нидовлер. Темные эльфы не из Сварта-Альфхейма? Именно. Они эльфы, просто другого цвета. Неизвестно, кто появился раньше, но все они из Альфхейма. Если это один народ, зачем они воюют? Это очаровательно. Что? Так устроен мир. А, ну, очень
Еще одна валькирия. Мы ведь спасем ее, да? Если под спасением ты имеешь в виду оборвем ей крылья, то да. Хватит, вы оба. Решение, как поступить, принимаю я. Thank you.
За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. И все-таки, как Один раньше нас узнал, что мы направляемся в Йорк? Один очень умен. А считает себя еще умнее. И он собирает пророчества. Все, что касается будущего, попадает в его коллекцию. Так создается образ всеведущего и всевидящего Бога. Но главное — власть. Власть над будущим, власть над судьбой. Будь его воля, он подмял бы под себя все миры, все страны, все земли. Любое сопротивление он готов задушить в зародыши. Даже если раньше ты не был для него опасен, возможно, он считает, что станешь опасен в будущем. Так что не важно, как он узнал обо всем раньше вас, важно, что он оказался прав. Он просто сказал, что мальчик как будто ему знаком. Я? Быть не может. О, я согласен, если только, например, он не говорит о будущем. По легендам, во время Рагнарёка Йормунганд и Тор сойдутся в бою, и тогда древо жизни содрогнется и, расколовшись, извергнет змея в прошлое, туда, где он еще не родился. Что? Это просто бред. Ну, я не хотел никого пугать.
Ты знаешь, почему в Мидгарде не осталось великанов? Ну, не считая змея из будущего. В отличие от Одина, великаны мне своих тайн не поверяли. Но одно могу сказать наверняка. Если бы большую часть своих 60 зим я наблюдал, как лучших из моего народа забивает треклятый молот Тора, я бы тоже отправился домой зализывать раны. А жаль, великаны мне всегда так нравились. Так вот зачем разрушили мосты в Йотунхейме. Чтобы по ним не прошли асы. Поэтому в озере нет башни. Совпадение? Не думаю. Так думаешь, в Йотунхейме мы найдем великанов? Все возможно. Я прикрою!
Впереди враг! Что это было рядом с маминым садом. Неудивительно, что мы не могли туда попасть. Один так хочет найти путь в Йотунхейм. Он верит, что великаны способны изменить предначертанное ему во время Рагнарёка. Ведь они старейшие враги асов, и это их армии суждено победить. Но еще сильнее его влечет их дар провидения. Он хочет знать то, что знают они, и видеть то, что они видят. О, скольких бед бы удалось избежать, не будь его ненасытное любопытство сильнее его мудрости. Каких бед? А, как-нибудь расскажу, за что его прозвали владыкой висельников.
Отец, береги! Атрей, сюда! Да!
Да, отец. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать.